Почти 10 тысяч жителей края высказали предложение по ремонту дорог. И больше месяца заявки принимали в Крудоре. На основе этих данных будет составлен перечень участков, которые будут отремонтированы не только в этом году, но и в последующем. Самыми активными в голосовании оказались жители Богучанского, Идринского и Тосеевского районов, сообщает Сибирское агентство новостей.